Всем привет, друзья, с вами Малдер, мы продолжаем играть в Doom Eternal, а точнее в его второе дополнение. Что тут у нас, погнали. Я, кстати, загрузился, вон там он наш, блядь. Вон, тут вот, уже в здании. Что-то есть у нас, ну-ка, вот, мне кажется, в этой трубе есть какой-то секретик, блядь. Эх ты, блядь, серьезно? А почему? Я думал, там что-то есть. Блин, нету ни хера. Ну ладно. Ну, кот, ты чё припёрся? Я как бы без тебя пока справляюсь, дружище. Э? Ну? Помогать пришел? Сейчас мы с тобой тут устроим, блядь, им. Кузькино, мать. У нас что там, дробовик есть? Все вроде нормально. Кстати, вот еще потрошки мы возьмем. Ты вот, блядь, между прочим, не помогаешь ни хрена. Ты на чьей стороне, дружище? Там вон что-то у нас есть спрятано. Так, у нас. А мне ведь, наверное, туда, да? Опа! Ух ты, ёпта, вот это реакция. Там кто такой, блядь? Какодемоны. Так, это что за... Ну-ка отсюда пошел-ка ты нахер. Так, какодемон. Есть, выдрал. Вырви глаз, блядь. Да вас тут два... Нет, один. Бляха-муха, куда тебе? Так, убил. Убил. Блять, Мурзик. Змея. Ох ты, блять, там этот. Да кто меня херачит-то, я не понимаю. Где оно, блядь? Да не ты. А, две змеи. Так, змеи две. Вон тот вот мне не нравится, чувак. Чего ты делаешь, блядь? Меня тут зажали как школьницу, блядь. Да кто тут? А, блин, а я его не убью, да? Ну-ка. Так, этот с головками своими. Что такое? Вас прокляли? Ах ты, сука! Твою мать! А у меня кровавый удар-то, блядь. Его и нету. Да, сейчас по ходу жизни это лишусь. Я ее лишился, блядь. Я сейчас и это лишусь, блядь. Что вы делаете? Еще доб жить? А мне двиг, что ли, блядь? Охренеть, просто. Вот это поворот, блядь. Чё, кто? У меня пила есть. А где этот со щитом-то, блядь? Вот это тут еще падла. Так, стоп. Я что-то с непривычки-то. Так, это молот. Так, а молот-то у нас на... На, нахуй. Так, мне вот тут чувак-то что-то, блядь. Опа, есть. Не нравится вот этот здоровый. Блядь, у вас там два. Тогда у меня есть для вас кое-чего. То, что вам не особо понравится, я думаю. Огонек. Опа. Не надо нам, блядь, так херачить по нам. Ну ты чё, какой крепкий-то? Убил, что ли? Одного убил. Вот это тут еще. О, патроны от дробовика. Так. Ёп
твою мать, нихуя себе. Нам бы пилу найти. Ну, почему я в уголок стрельнул, блин? Не знаю. Так, молот Тора, блядь. Так, стой, 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 иди-ка сюда. Здоровья-то, блядь, уже нету, нахуй. Блять, вас тут сколько штук-то, нахуй? Хорош, нахуй. Бля, я его херачу, херачу, он не дохнет, нахуй. О, есть. Вообще, надо самого здорового загар... О, ты здесь. Я вас не звал, блядь. Прикинь, блядь, он не... Ему вообще похую, блядь. Так, молот, молот, молот. Ты тут бегаешь, блядь, еще. Так, ладно, этого загандошили тоже. Стоять, пила. Пила есть. Молоток зарядить можно, кстати. Что такое, блядь? Блядь, вот тебя не хватало еще для полного счастья. Так, есть еще пульки у нас. Молоток пока... не заряжен. Так, толстый где? Блин, толстый пришел. Что такое? Ты, суки, эти мелкие, блядь, как вы заебли. Опа. Блядь, ты че, сука? Ожил, тварь. Где он? Наконец-то, блядь. Кто тут еще на меня, нахуй, выебывается? Вон еще один. Лови! Так, 5 гранат у меня от дробовика осталось. Я не могу сейчас без дробовика играть. Блин, я так к нему привык просто. Такое охренительное оружие. Так, все вроде, да? Контрольная точка. Здоровье 200. Здоровье 200. Ну, там я вижу, кстати, патроны надо взять обязательно. Подобрал. Молоток у нас есть. Молоток заряжен. Сейчас мы тут пробежимся, посмотрим, что еще мы тут оставили. Есть он броня, кстати. О! Ракеты. Ракеты. Это куда? Это сюда. Блять, на тебя целый патрон тратить не очень-то как-то хочется. Что-то не по... А, вот туда, наверное, нам надо, да? Ничего тут мы не оставили? Вроде нет. Вроде бы нет. Мало боеприпасов. Ну почему этот, твою мать? А, стой, стой, стой. Я сдох. Так, погоди. Что, блядь, застрял? Блядь, серьезно, что ли? Блять.
И такое ощущение, что там было какое-то секретное место. Ну ладно, хер с ним. Так, есть у нас патроны. Ну какого хрена усиленный демон? У меня супер удар есть? Есть. Блять. Я себе, блядь, прилетело, блядь. Ну че, блядь. Ну че, блядь, хуячество, блядь. Я все понимаю, конечно, господа, блядь. Блядь. Усиленный удар захерачил, да? А он сюда ползет, тварь. Как же я без удара-то, блядь. У меня тоже огонек есть, между прочим. Усиленный демон повержен. Во, я говорю, там что-то лежит. А, это... Нет, где-то там ничего не лежит. Это хреновина, цеплялка. Цеплялка, мало боеприпасов. Так, ты иди к сюда. Распилим тебя. Есть. 20 патронов. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Стук-стук-стук, блядь. Чё это? Но они красненькие. Надо найти способ, как включить электричество в этой части города. Как найти способ включить электричество? Тут варианта два. Либо генератор, блядь, подгонять. Либо построить заново электростанцию. Скорее всего, все разрушено. Так, там у нас... Кстати, вон карта, блядь. И патроны. Автокарта есть. Этот... Трамвай, что ли, тут ходил? Не трамвай, но электричка, или как хер знает, как это у них называется. Ну, включать электричество все-таки, наверное, где-то здесь. А тут есть броник. Между прочим. Я там не взял аптечку, потому что здоровье вроде пока есть. Так, это мы поезд можем толкнуть, да? Чё, как тут все быстро заросло, блин. Вторжение-то вроде не так уж... Давно началось. Так, как-то надо подвинуть поезд. А как? На него? А вот. А, сюда, что ли? Там вон щиток электрический был, я видел. Питание восстановлено. Проход к вратам открыт. Та-дам! Суки, сейчас полезут, наверное, из всех щелей. Ну, так, тут у нас есть... Спецназовец. Неуничтоженный щит спецназовца поглощает весь урон, наносимый спереди. Нападайте на него сзади, чтобы убить. Блять, мы как бы это знаем... Мы так-то это знали. Ах ты, сука! Ах ты, бледина! Появилась тут из ниоткуда. Ёбаный рот. Где спецназовец-то, это босс? Ах ты, блин, открыл башку, твою мать. Вон он.
Открывай! Ебало свое гнусное. Ага. На нахуй. Надеюсь, больше не придет. Блин, а вы что, Восток-то не трогает, что ли? Вам похер на него? Я так не понимаю, куда иду, блядь. А, ну это как раз то место, где бронежилет лежал. Так, что там? Ну все, правильно я иду. Надо вот толкнуть, наверное, поезд. Да, нахуй. А по какой хер мы это сделали? Аптечка. Давайте возьмем. Все равно сюда больше не придем. А, только тут только с поезда прыгать-то, я понял. Union Aerospace. UA. C. Ничего мы тут не упустили? Да вроде бы ничего. Ну тогда пойдемте. Оп. Есть. Нам, наверное, вот туда надо зацепиться. Сейчас тут посмотрим, что есть вообще в принципе. Тут есть аптечка, а там внизу? Там внизу ничего. Так. Контрольная точка достигнута. Блять, я просрал две жизни. Сука, я забыл про вот этих вот новых демонов. И каждого надо убивать по-своему. Проклятого только... Проклятый опасный, блядь, оказался, блядь. Вообще опасный. Только кровавым ударом, блядь. Меня настораживает то, что здесь БФГ, блядь, лежит. Так. И награда, судя по всему, какая-то будет хорошая, блядь. Я хочу подобрать боеприпасиков. Так, броник, молоток здесь. Надо изучить сначала. Вон есть патроны. Так, есть патроны. БФГ неспроста лежит, блядь, тут. У меня БФГ-то есть так-то. Ладно, чё, давайте. Надо. Ну все. Полетели, понеслась. Ух, ёб твою мать. А тебя вхлебало, блядь. О, что это, где тебе? Пикадемон. Так, кто это что за хуйня? Готов. Один есть. Да что тут, блядь, какие крепкие вот эти стали. Вы что еще там сделали-то, блядь? Так, где, кто? Еще один, что ли? Куда он там делся? Толстого, блядь, мочить надо. Так. У меня последний патрон, между прочим. О, господи, блядь, ты, сука, этот самый ракетный, да? На, лавина, туда, блядь, ее. Так, вот этот опасный. Опасненький типок.
Пила есть? Пила есть. БФГ брать не будем пока, блин, больно. Крутовато вам будет, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, господи, блядь. Ты... Только не ты, блядь! Ты чего? Шкура, откуда ты взялась, блядь? Хорош, блядь. Вы шутите, что ли? Где она, блядь? Ну-ка молотком ее нахуй. А, эй, похую, блядь, молоток-то надо. Это слишком опасный, блядь, противник, блядь. Так, надо хоть толстого... Уйди от него, нахуй. Надо хоть толстого, блядь. Надо хоть толстого захерачить, блядь. Чтоб глаза не мозолило, блядь. Куда это я, блядь? Так, молоток есть. Молоток есть? Есть молоток. Где она? Толстого надо загандошить. Блять, толстый куда-то пропал. Может, он сдох? Да не должен бы, блять. Так, вон кто-то ебашит. Пошел отсюда. Блять, таблицу ему навернул, блять. Так, где? Блять, что такое? Кто хуерит? Ах ты пес, блядь, я тебя даже не заметил, блядь. Горит, горит, сучёныш. Блядь, он вот не любит гранатки-то тоже, нахуй. А вот это печально. У меня кончился дробовичок. А где он? Погляди, что делает, блядь. Так, убили, убили. Одного, блядь. Это очень опасный, блядь, противник. Так, что-то, блядь, завершено. Стычка опасна. Щедрость огня и льда. Молот стражи улучшен. Горящие демоны, пораженные молотом стражей, оставляют больше брони, а замороженные здоровье. Ладно. Ладно. Блять, надо было его распилить. А, вот патрон есть. Думал его распилить. Хотел его распилить, эту тварь. Так, БФГ-то не пригодилось нам. О, ракеты есть. Блять, ракеты-то уж все, что ли, набрал? Сколько мне? 13. Я что-то не пойму, куда идти надо. Наверное, куда-то. Сюда, блядь. Второе испытание не будем проходить, пизду его, блядь. Так, а в чем тут это сам прикол-то, блядь, я не пойму. Куда идти-то нам надо? Здесь я вроде все взял. Не, ну по-любому на крышу. Ну-ка мы карту посмотрим. Так. Так, не понял, а там книга что ли есть? Да, вниз куда-то. 10 метров он написан. А где? Вниз-то, блядь.
А, дыра есть тут. Я ее даже не заметил. Ну, а закрыто было, правильно. Закрыта дырка-то была. Что там? With word and might. Не знаю, что такое. Не англичанин ни разу, блядь. Специалисты техобслуживания. Обратитесь в оперативный центр Небесных Врат. Так, кто там, блядь? Толстый, что ли? Ох, блядь. А чё за прикол-то здесь такой? Усиленный демон, блядь. Ну-ка мы его молотком сейчас на нахуй. Ладно. А, вот книжка-то. Я на карте смотрю, там книга была какая-то. Давайте сейчас почитаем, что это такое. Ради интересу. Так. Записи из архива комитета 128. Небесные врата были созданы много тысячелетий тому назад Всеотцом, первым божеством творцов. Они открывают путь в тайный город Иммора, спрятанный в самом сердце преисподней. Всеотец время от времени посещал преисподнюю с помощью врат и наблюдал за разрушенной столицей, чтобы своими глазами увидеть жизнь темного города. Портал не использовали с тех пор, как Всеотец низверг темного владыку. Сейчас врата не работают, а для их восстановления требуется мощнейший источник энергии. Добровольно отрекшись от трона в Урдаке, Всеотец при помощи Творца Самура, своего верного слуги, превратил себя в ИИ по имени Вега. Приняв эту форму, он исчез из поля зрения темного владыки и пристально следил за своими творениями на земле. Небесные врата сейчас не используются и спрятаны, чтобы никто не проник в мир темного владыки. Вот такая вот история, блядь. Что у нас тут есть? У нас есть кровавый удар, заряжен 10 только... Только 10 этих, блядь. Брони надо кого-нибудь поджечь. Еще что ли вниз? Так высоковато, между прочим. А хули делать? Блять, случайно на цешку нажал. Ну что ты, идешь? На тебя нахуй. Лови тоже. О, есть патрончики. Кот, ты кого там нашел, блядь? Выход. А выход-то мне туда, что вот это болотина? Интересно, она глубокая? Судя по всему, да. Блин, я не хочу плавать, а вдруг какая там... Акула, блин. За яйца схватит. Так, тут что-то под... У нас... А у нас воздух-то. На воздух, по-моему, ему пофигу ведь. Может плавать сколько угодно. Давайте посмотрим, что тут есть-то в принципе. Ну что-то он там фонарик зеленый подсвечивался. Наверняка туда как-то надо проплыть. Или это что такое? Что за радуга, блядь? А, светофор. Светофор-то это, конечно, хорошо. А!
Наверное, вот сюда нам надо или нет? Нет. А куда, блядь? Там вроде проплыва-то нету, или есть все-таки? Ах, твою мать, через вагон. Вон оно что. Через вагон. Выныривать даже не хочется, на самом деле. Там сейчас какая-то ебанина нападет опять. Куда ты взял волыну-то, блядь? Бери вот эту. Будь поскромнее, блядь, мужик. А тут под лестницей что-нибудь есть? Не. Где? Ну да все. Два удара и нету, блядь, бароны. Или погоди, это не... Я уже запутался, блядь, в этих баронах, блядь. Барон надо. А, это рыцарь. Рыцарь точно, блядь. Барон здоровый, блядь, здесь. Это вот в первых двух думах, блядь, их там сложно было различить по штанам только, блядь. По штанам и по оружию. Так, это что? Deliver us from evil. Что-то доставка. Deliver, это доставка же, блядь. Что-то в зло, блядь. Хер пойму. Куда идти-то? Ёпта, блядь, тут еще уже. А как она тут образовалась, я даже не заметил. Ну ладно. Ну ладно, куда? Туда. Блядь, это что такое, под водой? Как эта херня стреляет? О-о-о! Блядь, ладно. Ух ты, ёпты, тут с двух сторон уже. Я всплываю, блядь, почему я всплываю? Это как... Нехорошее вещество, блядь. Стрелять-то оно будет, нет? Непонятно. Ладно. Всплыли. Всплыли. The Charmant's Club. Only the best. Какой-то клуб заблокированный, да? Так, что такое? Что случилось? Что за звук? А, или это кровавый удар накопился. Не понял, бля, сейчас. А куда идти-то? Дверь-то заблокирована. А как тебе надо разблокировать? Супер-дупер сейл. Это как-то магазин, что ли, блядь, был. Почему так все поросло, блядь? Все, вторжение-то, сколько лет-то уже идет, блядь? Я сейчас отхожу тут по... А, во! Манкубус усиленный. Блядь. Ты че, сука, охуевшая тварь, блядь? Ну хорош, нахуй, блядь, че, а у меня ебнипить, нахуй? Я терпеть не могу этих пинков, блядь, тут, нахуй. Ебашит, блядь, я сейчас я сдохну. Блядь, попал в эту хуйню. Ого! Сейчас я сдохну, я сдох. Ха, хереть не встать. С контрольной точки. Контрольная точка, понятно, что здесь. Так, 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 нам надо чем-то его ебнуть. Я предлагаю ебнуть сначала пинки, блядь. Кровавым ударом, допустим, да? Блядь.
Анкубус не такой страшный, блин. Так, вон он, чё. Бля, этот тоже усиленный, пинка-то, блядь. Бля, какая кнопка, какая кнопка? Чего? У меня нету, что ли, блядь? Какого хера, блядь? Где ты, тварь, блядь? Иди-ка тебя въебу, блядь. Ты прикинь, какая шкура, блядь. А он не мочится, блядь. Ты серьезно, что ли? Да ну нахуй. Уйди, сука, отсюда. Я в него всю обойму въебал, блядь. Это что за херня была? Чего обойму я в него въебучил, блядь. Так, у меня крайне плохо по оружию, блядь, все, да? Ну, давайте ебашьте друг друга пока, я подожду здесь. Посмотрю, сейчас они манкубусы захуярят, блядь. И мой выход случится, блядь. Та-дам! Отлично будет. Сейчас они его. Давайте я вам помогу даже. А тебе нахуй туда. Эй! Так, ну чё вы там, блядь? Так и будете мозги ебать. Мне надо с кого-нибудь запилить, блядь. Допустим, ты. Нет, не молоток, блядь. Ладно, молоток тоже нормально. Пойдет, блядь. Так. Почитаем. Предательство всего отца. Запись из архива комитета 172. Как выявили наши исследования, история и предания творцов содержат факты, которые расходятся с текстами жрецов преисподней и раскрывают истинное происхождение ада и всех смежных измерений. Это объясняет, почему ад является единственным измерением, которое связано со всеми остальными, и почему оно древнейшее, то есть первый мир. Поначалу Джекет, впоследствии ставший адом, процветал, когда этим миром правил владыка Давод. Он стремился раскрыть секрет бессмертия для своего народа, дарованный лишь ему одному. Но он потерпел неудачу, поскольку бренная плоть не в силах удержать бессмертную душу. Используя свою великую мощь, он создал творцов. Их механические умы синхронно работали, чтобы найти решение. Давод был одержим идеей изгнать смерть из Джекеда. Но когда творцы раскрыли секрет бессмертия, они сочли его эти знания слишком опасными и утаили их от него. Они пришли к выводу, что Давод рано или поздно станет угрозой всему живому. Действуя быстро и тайно, творцы изолировали Джекет, низвергли Давота и переписали скрижали Урдака, чтобы скрыть правду. Давот впал в ярость и стал темным владыкой. Ненависть и желание мести поглотили Давота и весь мир, превратив его в преисподнюю. Так, тут БФГ опять же есть. Это кто там? Вдвоем его ебашим, блядь. Там он мужик, блядь, сзади еще херачит его, блядь. Ты был бы неплохим союзником, дядя.
но ты выбрал не ту сторону. Это кто там будет? Ёбаный рот, нахуй. А, и ты у нас загнулся, блядь. Ну не надо тут, блядь, этой хуйней своей тут выебываться. Чё, здоровье-то, нормально тут? Молоток, я хочу. Молоток, блядь. Так, чё там, пульки? Молоток дают только пилу, блядь. Ох, тут тупик. Ёб твою мать. Патроны пока есть. Да, блядь, промазал твою мать. Чего, ракеты на подходе? Вот, ох, надо сваливать нахуй. Ну что такое? Почему ты здесь, шкура? Так, подлечились маленько, да? Так, короче, ты заебал, блядь. Да ты нахуярил я, блядь. Так, ты. Расход деньги, конечно, но, блядь, это весело, нахуй. Так, все, отсоединилась эта хуйня у него. Запилили. Где эта херь, блядь? Ладно. Надо, может быть, кого... Блядь, ебаный, кто там, блядь, так херачится? А ты, блядь. На своих ходулях, блядь. Ходунок, блядь. Так, готов. Еще один где-то, блядь, кто-то есть тут. Или нету? Или я всех убил уже? Хулиганов. Да, вроде бы. Куда? Кстати, вот тут странное какое-то место, блядь. А, так тут вода, да? А, ёпты. Your sword is our straight. А как мне на вот эту хреновину? То есть зачем самое главное? Непонятно пока, ну-ка. Да ёпты. Да что такое? А, надо запустить. А, бля, как? Я пока что-то не наблюдаю никаких кнопочков. Блять, а где? Может, на грузовик надо? Оп, что-то забаговало, аж, блять. Так, грузовик. А куда же нам надо пиздовать-то? Может, он там все-таки что-то есть? Вот в этой вот комнатушке? А! Ты ебаный рот. Внимание! Питание городского района включено. Городской район. И там, между прочим, уже ток.
Так, я так понимаю, надо будет прыгать сейчас, что ли? Куда-то вон туда аж. Оп, контрольная точка. Кто там? Суки. Эх, нихуя, ты чё это такой, блин, куда ты едешь? Так, молоток-то у меня есть. Нахуя я это сделал, блядь, ну ладно. Так, вот эту тварь надо загандошить. Чё, в чём я, блядь, какой-то... Да какой усиленный демон, блядь? Чё, суки, заебёте нахуй. Давай, открывай ебало, блядь. О, меня сбило, блядь. Убил, что? Меня убили, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй. А где контрольная точка-то была? Здесь же прям. Да. Давайте на сегодня-то закончим. Битву продолжим эту в следующей серии уже. На таком моменте остановимся. Это уж и так перебор. По времени у нас пошел. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.